ребенку 2,5 года, и он может ударить незнакомого человека, несмотря на наказание? Мы устали, и нам очень стыдно. Что делать? Это очень неприятно для родителей. Это, на самом деле, чудовищно, когда маленький ребенок подходит и делает что-то, что в обществе совершенно недопустимо. И кроме того, что родители переживают, а как теперь, что теперь будет с ребенком, но им ужасно стыдно от окружающих. Я не думаю, что это за родители, почему они не воспитывают своего ребенка, и что обычно происходит, если это речь идет о 3-летнем ребенке, скажем. Конечно, родители ужасно возмущаются, им стыдно и страшно. Они говорят: ну-ка, немедленно извинись, что это такое? Ты не знаешь, как себя вести, нельзя никого, извините, пожалуйста. И родители просто разрываются извиниться перед тем человеком и накричают на ребенка, потом приходят домой, говорят бабушке: ты не представляешь, что он сегодня сделал? И рассказывают папе, звонят тете, и в общем, это целый день просто скандал по этому поводу. И еще больше ужас, когда на следующий день повторяется то же самое, и еще раз то же самое, и это уже превращается в какую-то рутину, что они знают, что они сейчас пойдут в поликлинику, он подойдет к какому-то дяде или к бабушке и пнет ее. Это ужасно, родители пугают и расстраивают, они чувствуют себя подавленными и думают: боже мой, я не могу в 3 года с ним справиться, что же будет дальше. На самом деле здесь получается как снежный ком. Чем больше родители возмущаются, тем хуже ребенок себя ведет. И что можно с этим сделать, когда в следующий раз такое произойдет, или другая такая вещь, когда вы знаете, что это недопустимое поведение, и родители всегда возмущаются, когда это видят, и все возмущаются. Взять ребенка за руку, сказать ему что-то очень коротко, сказать: так делать нельзя, мы так себя не ведем, чужих людей нельзя бить. И тогда взять ребенка и увести, и тут же поменять тему. Не выходить из себя, не рассыпаться в извинениях, не возмущаться, не кричать дурным голосом. Не показывать ребенку, что он может с легкостью вывести родителей из себя. Потому что маленький ребенок — это для него как бомба, которую можно взорвать. Почему ее не взорвать? Было скучно, а тут стало так весело, все возмущаются, смотрят на него. Нет, мы не дадим ребенку никогда повод подумать, что он может с легкостью вывести взрослого человека, такого высокого, и который считает себя очень умным, вывести его из себя с легкостью. Никогда мы не дадим ребенку возможности почувствовать, что он может властвовать над нашими чувствами. Родители всегда выше, чем поведение ребенка. Удачи!